На Рюмаре подведены итоги конкурса рисунков на тему «Мир Лего». Его организовали в рамках благотворительного проекта «Добрый НАО». Напомню, проект проходит в округе по инициативе губернатора. Представители власти, бизнеса и НКО объединили свои усилия и возможности для реализации социальных проектов. Мир Лего для каждого свой. Кому-то нравятся сюжеты из реальной жизни, кому-то звездные войны. Кто-то предпочитает серьезную технику. В общем, сюжетов для рисунков множество. Дарине о конкурсе рассказали в детском саду. Творчеством занималась вся ее группа. Нарисовала Лего эльфы. Давай. И там на корабле эльфы помогли девочке, которая хотела попасть домой. И там девочка эльф, она раскрыла молнию и достали ключ. На конкурс многие ребята присылали по несколько рисунков. Всего пришло около 30 работ от детей Нарьян-Мара и окружных сел. Победителей оказалось немало. Главный приз был в каждой из 5 номинаций. Для всех участников – грамоты и утешительные призы. Рисунки все разные, как бы, и детишки маленькие, естественно, что не нарисуют. Они нарисовали и так бесподобные работы, но эти работы будут отличаться, ребят постарше, чтобы каждую, так сказать, категорию возрастной выделить определенных победителей, ввиду того, что и сами линейки идут по возрастам. Мы же не подарим маленькому мальчику 5-летнему там, набор для 10-летнего ребенка. Вот, поэтому все разделить по возрастам, дабы все были довольны. Большинство творцов изобразили на бумаге своих любимых героев. Кто-то суперменов, а кто-то злодеев. Девочки – эльфов и кукол, мальчики – воинов и машины. Бэтмен. Почему? Ну, потому что он мне нравится. И потому что его очень-очень красивый. И круто, и он крутой. Вот это, и вот это. У меня есть такая коробка, в которой много всяких лего. У меня очень много коробок лего, и я все лего сместила в одну. Так нравится, как собирать по схеме детальки всякие. Стать участником проекта «Добрый НАО» могут не только организации некоммерческого сектора и бизнес-структур, но и просто жители нашего округа, которые готовы творить добрые дела. Алина Лучейская, Надежда Литкова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».